Владикавказская «Алания» со счетом 5-0 обыграла калининградскую «Балтику». Первый гол забили уже спустя 15 минут после начала матча. Батрас Хадарцев реализовал пенальти. После забитого мяча «Алания» создала еще несколько моментов, но до конца первого тайма счет оставался 1-0. Второй тайм тоже начался с атак «Алании». Однако забить гол красно-желтые смогли лишь на 58-й минуте. В этот раз отличился Сослан Качмазов. Еще через 2 минуты подачу Хадарцева с углового головой ворота переправил другой защитник красно-желтых Давид Шавлохов. А на 65-й минуте в ворота «Балтики» отправился еще один мяч. Батрас Гурциев удачно сыграл на добивание. Его удар отбить вратарь уже не смог. А на 77-й минуте Гурциев оформил дубль. Игра завершилась разгромной победой владикавказцев 5-0.